Привет, привет! Привет, привет! Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. И сегодня мы будем делать шоколадные вафли с посыпкой. Украшать вафельки будете, да? Да. Ну давай, что тебе для этого надо? Так. Что есть? Шоколад, вафли, Алиса, и посыпка. Алиса, присядь. Ну давай, давай, да. Украшай. Я хочу тоже дать. Ну сейчас, подожди, шоколад-то горячий. Да. Егор сейчас шоколадом вафли обмакнет, а потом ты будешь украшать, да? Так, давай, вот, поливай шоколадом, поливай. Сильно-сильно, обильно-обильно. Да ты прям ставь туда вафлю, в чашку, вот. И ложечкой обливай, как будто купаешь вафлю в шоколаде. Вот. А это кто у тебя? Киса? Да, это Макс. Киса Макс? Да. Понятно. Все, так, а с боков, со всех сторон. Шляка. Шляка? Что за шляка? А, это этот, смешарик? Да. Вот это тебя из киндер-сюрпризов, да? Да. Здорово, сколько ты киндер-сюрпризов наела? Вот так, тапочка. Теперь они были в чашке. И что теперь, Егор украшает, да? Разными там всякими посыпками, сыпучими, да? Вот какая вафля получается красивая. А сейчас Егор другую вафлю сделает, и эту вафлю ты будешь украшать, да? Егор, Алиса, смотри, какая красивая вафля получается, да? Сейчас следующую вафлю ты будешь делать, Алиса. Егор шоколадом ее обольет, а ты будешь посыпать, да? Видишь, Егор как красиво делает. Здорово. Егор, ну дай, пускай она тоже посыпет. Бери, Алиса, вот отсюда с чашечки и посыпай. Молодец. Так. Да, все. Первая вафля готова. Ну и все. Ложи ее. Я. Теперь ты? Да. Егор, давай теперь вторую вафлю обливай шоколадом. Я. И Алиса ее будет посыпать, да? Угу. Над своей тарелочкой. Да. Да? Где твоя тарелочка, Алиса? Вот. Вот. И все твои друзья, смешарики, кто там, Копатыч и Киса Макс будут тебе помогать. А да? Это кто такой? А это, я не знаю, джин какой-то. Это а, Копатыч. Это Копатыч. Да, это да? Копатыч. Да, Копатыч. Угу. Да, это мультик, который я завтра. Который ты любишь, мультик про смешарики, да? Да. И Кисику я смотрела. Мяу, 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 мяу. Здорово. О, Егор, какой. Это у тебя вафля поинтереснее получилась. Ну все, давай теперь Алиса будет посыпать. Ты ей держи, а она будет брать посыпки всякие и сыпать, да? Алиса, бери, какие тебе больше всего нравятся. Я ей помогу. Так. Ой, у Алисы куда посыпалось. Все, Алиса, не торопись. О, молодец. Так, с другой стороны. Так. О, какая вафелька вкусная. Кто эту вафельку будет кушать? Я, Алиса? Я. Егор? А папа угостите этой вафелькой? Да. Мы ждем их 4. Ой, какие красивые вафельки получаются. Все, это уже вафелька готова. Алиса, присаживайся и ручки вытирай. Все. Молодцы. Вторая вафелька. Что, ну еще третью сделаем и все, да, наверное? Может, 4? Чем, папа? Ну, давай делай 4. Алиса, да. Садись. Шоколад. Ну облизывай эту шоколад. Вкусно? Нет. Не вкусно? Ну ручки тогда вытирай. Присаживайся, Алиса, а то со стульчиком можешь упасть. Я. Так. Я буду обсыпать. Ты будешь обсыпать? Да. Тебе понравилось обсыпать? Да. Ну здорово. Это будет мой. Твой? Да. Хорошо. Все, Егор, размазывай ложкой по вафле, и все, и пускай она обсыпает. Угу. Вот, со всех сторон. Это все. Алиса, садись, не надо вставать. Давай я тебе подам вот эти вот, чтобы ты не вставала. Будешь посыпать ими, да? Все. Да. Давай. Все, посыпай. Так, другими теперь. Так, оранжевыми. Так. Сарики. Так, желтенькими теперь. Оранжевенькие бери. Оранжевенькие. А, еще вот эти.
Давай я тебе поближе поставлю. Садись, садись, Алиса. Вот какая вафля получается. Оп. Все. Все? А с другой стороны Егор переворачивал? Ну-ка, Алиса, покажи, что это у тебя с ручками? Какие ручки у Алисы шоколадные? Называются у Алисы шоколадные пальчики, да? Папочка, я хочу взять салфетку. Взять салфетку? Сейчас возьмем. Давай я тебе сейчас дам салфетку. Вот салфетка. Держи. Ну все, наверное, хватит нам 3 штучки, да? И что нам, Егор, чтобы они у нас получились хорошо, чтобы застыли? Их, наверное, что надо? В холодильник поставить, да? Да, на 20-30 минут. На 20-30 минут, а потом вернемся, да? Угу. Мы тогда не прощаемся, ставим холодильник на 20-30 минут. А Алиса, что ты там будешь делать? Пробовать их. Пробовать? Да, так пробовать. Пробовать будем сейчас, когда они застынут. Давайте, все, берем в холодильник и будем ставить. Угу. Так, хватит, хватит, хватит кушать, хватит, хватит, хватит. Вы что, все сейчас съедите? Хватит, хватит, всю подсыпку сейчас съедите. Все, ладно, ставим в холодильник наши вафельки, да? Да. И потом будем кушать их. Так, как пока вафли застывают, наши маленькие кулинары кушают шоколад прямо из чашечек и посыпку из чашечек. А мы их тайно засняли, как они тут хулиганят, да? Они решили посыпку вместе с шоколадом сами съесть, без нас. Папа как будто не видит, да? Вот наши маленькие сластены никак не могут дождаться, когда вафли уже застынут в шоколаде. И едят шоколад и посыпку. Ладно. Так, ну вот мы наконец вернулись к нашим вафлям. Егор их принес с балкона. У нас зима на улице, балкон холодный, да? Они застыли. Ну чё, что, достаем, пробуем, да? Что, так прилипли, что ли? Егор, помоги Алисе отлепить. Будем пробовать? Ничего страшного. Пробуй, кто первый пробует? Я. А мне дайте попробовать? Да, я попробую тоже. Какое объедение. Так, Алисе не даем? Это папа вторую скушает тоже. Ну как, Егор? Вкусно. Вкусно? Угу. Очень? Угу. А что вкуснее? Шоколад или посыпка? Шоколад. Шоколад? А мне присыпку. И тебе присыпка? Ты оттуда будешь присыпку кушать? Да. Какая вкуснятина. Всем наслаждаюсь. Ну что, всем говорим пока-пока? Пока-пока. Мы будем доедать вафли. Да, подписывайтесь на канал. В гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока. А мы доедаем свои вафли. Вкусно, что? А я не хочу.